Привет всем, мои куколки, мои хорошие, мои любимые, мои бусинки. Вы попали на канал Бурманки Владислава, либо же Бороджо. Сейчас мы запишем реакцию на Австралию, на первую репетицию Австралии. Как мы все знаем, Австралия, что случилось с Австралией? Она не поехала в Роттердам, потому что ее Австралия не выпускает. Австралия не выпускает никого за свои границы, даже представителя своей страны на Евровидении. Поэтому это их не проблемы. И здесь у нас какое-то... Пошло видео, неизвестно какое. Интересно, что здесь будет. Что тут будет? Ну, тоже типа репетиция, но их домашнего видео репетиция. Ага. Ой, какое все маленькое. Ой, ну красиво, так девочки снизу такие, как русалочки. Прикольные костюмы. Какие-то такие танцы, знаешь, как будто под фанеру поет. Он, сучка, решил нас обмануть. Ох, вэш. Ну, не знаю, но мне понравилось выступление. Вот видите, вот здесь вообще контраст. Мы видели ее офишал видео, которое недавно поменяли на клип. Сегодня буквально клип загрузили на канал. А так, до этого было офишал видео какое? Напомните? Там, где она выступала на стадионе. И вот контраст с стадионом, там, где она подмышки себе не побрила, не волосы под мышками. Вот тут уже подмышки закрыла, заховала. Уже она феминистку свою прикрыла, курку заховала тоже. Ну смотрите, нормально тогда. Вот девочки такие, латекс, что это такая кожа, потом такие блескучие, бензиновое что-то. Хорошо, увидим только это выступление, поэтому, ну, все, окей, нормально, мне нравится. Это лучше, чем Тусе, который вообще нихера не поменял почти, и, ну, это скучно, ну реально, скучно. И Литва, немножко так, скучновато, ничего не поменял, и знает, как-то так. Ничего не поменяли, ну куда ты гадить? Треба что-то менять, треба двигаться вперед, только вперед, удивлять. Не оставаться на одном там самом месте, это скучно, это никому не всралось, а когда вы остаетесь на одном там самом месте, ничего не робите, не выделываетесь, нет. Ох, ребята, успокойтесь. Ребята, работайте, и все у вас будет хорошо, все.